Давай призраком возьму. Тактика за Голиафа. Я за Голиафа 100 лет не играл. Так, скорость передвижения. Так что за ключи, ну, лучше открывать, конечно, серебряные и золотые вообще перки. Будет нормально все. Лазарус? Блин, сейчас я не знаю, стоит ли его брать. Вообще его механику переделали несколько раз. Раньше он хилил близко, потом стал хилить далеко, и это на самом деле очень даже полезно. Он заебищный, честно сказать. Если хорошо за Лазаруса играешь, то он заебищный очень. Но я его в последнее время не вижу. Боев очень много, Лазарус... им просто сложно играть. Победу в последнем раунде, остальные не особо. А чё? Отключен игрок Dragon Fighter, отключен. Чё случилось? Они чё, отрубились или я отрубился? Чё случилось? Ну давайте покинем, хули. Пиздец. Потому что они отрубились. Или я отрубился, я не знаю, как так получилось. Forbid Dread. Вот Forbid, сейчас мы с ним бились. Он был за этого, за поддержку. Он неплохо, кстати, нормально играл. Надеюсь, он выберет какого-нибудь персонажа, который контрит этого Кракена. Ну, я надеюсь, что он будет думать, что я Кракен. Увидели твой профиль и зевнули. Может быть. Это было не очень с их стороны. Не, ну в принципе, призрак сейчас он имбалансный, на самом деле. С ним не очень хорошо сражаться. Портрет-то есть. Надо вообще нумскую хуйню какую-нибудь поставить, чтобы никто ничего не знал. Портрет действительно поменять полностью. Я его, видишь, этот кораблик разрисовал в цвета красный, синий, белый. Ну, типа Россия. А солнце на фоне это Калаврат. Принадлежность Белоруссии. Шучу, конечно. Новый подписчик. Спасибо за подписку. Или это кто-то старый играется? Раньше обычно такая херня была. Будьте добры, напишите, это новый или не новый. В бой вступает Кракен. Интересно, когда он будет? Сегодня или вообще? Привет, Алекс. Да и катки за монстров надо записывать, а то, блин, я одних этих метеоров заебался заливать, честно сказать. Это просто вообще гейство какое-то.
А это уже кто-то старый, да, наверное. Висис, да, он со мной играл. Ну, он мой друг в реале. Мы с ним знакомы, черти сколько уже. Не сказать, что мы очень близко общаемся. С одной компанией, скажем так. С одной из моих компаний. У меня где-то три компании было. Это уже кто-то мозга ебёт. Обнаружен планетарным сканером. Хорош мозга, ебать. Суки, заперли меня. Фигово так в орбиту пробил. Пусть их дикой отвлекает. Блять, туда из это огнемет. Я вам так долго могу и мозги ебать. Блять, что за херня? Блин, купол, сука, откатывается долго. Чёрт, он поймал нас! Чёрт ущи! Время порез Диону пусти!
Я так долго могу мозги ебать. Купол рушится. Да, блядь. Чё за хуйня с этой скрытной атакой, не понимаю. Пиздец. Крюки какие-то. Ну, 13 секунд еще, чё. Успеешь меня поймать, а? Успеешь? Ну, серьезно. Ну, поймай тогда, хуй. Если сможешь. Я как Ди Каприо, блядь. Поймай меня, если сможешь. Купол готов. Купол готов. Так же, как и моя залупа для ваших уродников. Сука, блять, что творится с этой ебаной игрой? Она лагает пиздец, блять. Я не знаю, я сейчас нажал... А, на, погоди-ка, я чё? Я могу эволюционировать, нет? А, вот теперь могу. Я-то думаю, блять, что за херня, почему Evolve не работает? И чё? Чё творится с этой ебаной игрой? Монстр эволюционировал. Супернова. Хули нам ещё надо? Броня полная. Выхухоль, блять. Вакуоль. Где они, суки? Я здесь. Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди. Где ваша собака? Они решили меня там не закрывать. Ну, в принципе, умное решение. Молодцы. Решили где-нибудь в другом месте со мной сразиться.
Окей. Удерживай. Удерживай? Раньше что? Раньше удерживать не надо было. Что за хуйня? Кто эту хуйню вел? Монстр в куполе. Способности восстанавливаются быстрее. У них, наверное, тоже, кстати. А чё запустилась эта хуйня? Собака. Да, блять, отпустите меня. Собака. Сука. Это была приманка. Молодцом, блять, у них саппорт, конечно. Но проблема-то... Ваших проблем это не решит. Блин, мне нравится нынешний дикой. Дело в том, что он действительно полезнее, чем старый. Восстановление брони на 75% быстрее. Это то, что нужно для долгого боя. У меня пауза с ними. Они могут выиграть чисто по времени. Купол готов. Монстр в куполе. Ловушки готовы. Приготовь. Секунду! Мне нужно топливо! Блять, сука, Хэнк. Вот тебе
Такая тяжелая артиллерия. О, черт побери! Минус один. Вот мои проверенные бомбы. Поторопитесь, монстр прямо здесь. Это мощные токсические бомбы. Спасибо большое. Это мощные токсические бомбы. Купол рушится. Блин. Убит. Я вот убил из них. Заебись. Монстр эволюционировал. Реле в опасности. У меня тайм. У меня время вышло. Надо, чтобы меня подамажили немножко. Отлично. А то по времени сейчас пиздец просто будет. Купол готов. Так, заприте меня, пожалуйста, купле, если у вас есть такая возможность. На подходе. Хитрый ли на максимуме. Сожру их собаку, блядь. Хитрый лет на максимуме. Твою мать, мне кто-нибудь поможет! Я знаю, на это требуется много времени. Держитесь! Быстрее, быстрее, быстрее!
Рептор в куполе. Готово. Снова в норме. Помогите! Пожалуйста! Охотник убит. Очень вовремя, мам. А чё? Уйди отсюда, уйди, 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 уйди. Подкрепление на подходе. Да понял я, вижу её красоту. Да. Долго что ты с ними возился? Ну, Хэнк молодец, конечно, хорошо считал. Приманка 60 кусков нанесла. Но это считается еще то, что по природе ебашило. Вот.